Йо-йо-йо, здорово! С вами Диман Массел Переклейщик. Конечно же, не переклейщик экранов, но сейчас я вам кое-что покажу. Моя ультра пришла в негодное состояние. Вы посмотрите, какие жесткие на ней царапины. Это же совсем не дело. Они просто огромные. И когда люди мне показывают на вот такие вот микроцарапинки, вот так ногтем проводят, говорят: «О, это как серпом провели!» Да вы что, серьезно? Вот! Вот это я понимаю, жесткие царапины. Но сейчас мы попробуем на этом самом телефоне воспользоваться защитным стеклом на ультрафиолетовом клею для того, чтобы эти царапины вовсе испарились. Сейчас мы этим с вами и займемся. Почему бы, собственно говоря, и нет? Для этого нам понадобится стекло и лампа для маникюра. Можно пользоваться той лампой, которая идет в комплекте, но это гораздо удобней. Так, ну что ж, продолжаем писать видео. Для этого я беру, слюнявлю салфетку и вот так вот вожу по экрану, чтобы все здесь тщательно протереть. Потому что слюни не оставляют разводов, в них нет солей. Это вам не какая-то вода из-под крана. Главное вот так убрать всю пыль и все эти наши царапины. Мы их можем сейчас здесь наблюдать. Сейчас у нас скроются. Итак, подкладываем под низ пеленку. Это необходимо, чтобы не испортить стол дурацким клеем. Далее берем клей. Так. Берем клей. Берем стекло. Смотрим, чтобы на экране не было пыли. По идее, нужно заклеивать динамики и кнопки, но я тут вам показываю экспресс-наклейку, потому что времени у меня очень мало. Так. Теперь мы заливаем клей. Главное, чтобы клей в динамик не затек, потому что вы-то перестанете слышать что-либо. Заливаете вот такую вот лужу. Нифига растекается. Это почему так хорошо течет? Мне не нужна такая скорость. Теперь быстро отклеиваем у этого стекла защитную пленку. Прям по-быстрому, пока клей не стек с экрана, потому что я это делаю один, и никто его не контролирует. Да давай уже, давай, отклеивайся. Все, пленка отклеилась. Теперь быстренько кладем вот так стекло. Медленно и верно. Все, и смотрим, что здесь происходит. Так, все, я положил стекло поверх. Оно сползает куда-то вниз. Нужно его контролировать, нужно его придерживать, центровать. И ждать, пока клей растечется. Как видите, клей заливается во все царапины. Если здесь они видны, то как только клей на них находит, они полностью пропадают. Неплохо, да? Вот так это и происходит. Так, центрование идет прекрасно. Клей в динамике начинает выступать. Сейчас может затечь, блин, в кнопки, черт подери. Бомбит. Так, подходит к концу. Куда-то стекло вниз съехало, надо подправить. Так, все, на этот раз клея хватило, все прекрасно, здесь до конца дошло, клей потек на салфетку, видите, жидкость потекла вот здесь, остались разводы, но это ничего страшного. Теперь пропитываем места у клавиш, потому что если клей попадет в клавиши, то это все, это хана. Они будут туго работать, они разработаются, конечно, рано или поздно, но это будет скорее поздно, чем рано. У меня клей уже в них потек, блин, это проблема, конечно. Слава богу, это моя ультра, а не ультра для продажи. Ну да ладно, давайте. Хоп-хоп, все, короче, я буду сейчас, не могу снимать. Ну что ж, как видите, все в этом вонючем клею, блин, весь телефон блестит, кнопки я оттер, слава богу, в них не затекает. Это все тоже ототрется. Само стекло легло идеально. Сейчас я его дальше буду ставить в эту печку для того, чтобы оно там присохло. И царапин на телефоне мы больше не наблюдаем, что прекрасно. То есть дело сделано.